Вы смотрите видео об отеле Pearl River Nantian Hot Spring Resort. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели от лучших туроператоров вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас. Отель Pearl River Nantian Hot Spring Resort расположен в стране Китай в регионе Хайнань и относится к классу гостиниц с числом звезд 5. Территория гостиницы занимает 250 тысяч квадратных метров. На территории отеля имеется доктор платно, обмен валюты бесплатно, прачечная платно, магазины платно, комментарии, открытый бассейн с пресной водой, часы работы с 8 часов ровно до 23 часов ровно, спа-центр платно, интернет-уголок, услуги доктора по запросу в течение дня. Отель принимает некоторые кредитные карты. Открытая парковка бесплатно. Зона с горячими источниками бесплатно. Лифта нет. Рум-сервис платно. Конференц-зал платно. Количество залов – 3. Комментарии к залам: конференц-зал A, площадь 100 квадратных метров, вместимость 60 человек. Конференц-зал B, площадь 55 квадратных метров, вместимость 20 человек. Конференц-зал C, площадь 165 квадратных метров, вместимость 120 человек. Залы оснащены необходимым оборудованием. Бизнес-центр платно. В номерах есть. Количество номеров – 488. Комментарии к размещению: отель не принимает животных. Номерной фонд отеля состоит из Invalid_room. Нет. Room_no_smoke. Есть. Couple Garden Villa, 17 номеров, вид на сад. Couple Lake Villa, 1 номер, вид на озеро. Площадь 75 квадратных метров. Однокомнатный номер. Максимальное размещение 2 человека. Покрытие пола, ламинат. Балкон. 1 двухместная кровать. Индивидуальный кондиционер, электронный сейф, ТВ, 2 российских канала, интернет, чайные принадлежности, халат и тапки, фен, банные принадлежности. Платный телефон, мини-бар. Дополнительное спальное место не предоставляется. Уборка номера – ежедневно. Смена белья – 3 раза в неделю. Family Garden Villa – 50 номеров, вид на сад. Family Lake Villa – 5 номеров, вид на озеро. Площадь 95 квадратных метров. 2 спальни, гостиная есть перегородка, 1 ванная комната. Покрытие пола, ламинат. Балкон. Индивидуальный кондиционер, электронный сейф, ТВ, 2 российских канала, интернет, чайные принадлежности, халат и тапки, фен, банные принадлежности. Платный телефон, мини-бар. Дополнительное спальное место не предоставляется. Уборка номера, ежедневно. Смена белья, 3 раза в неделю. Grand Deluxe Suite Garden Villa, 34 номера. Площадь 95 квадратных метров. Спальня и гостиная, есть перегородка, 1 ванная комната, вид на сад, балкон. Покрытие пола, ламинат. 1 двухместная кровать. Индивидуальный кондиционер, электронный сейф, ТВ, 2 российских канала, интернет, чайные принадлежности, халат и тапки, фен, банные принадлежности. Платный телефон, мини-бар. Дополнительное спальное место не предоставляется. Уборка номера, ежедневно. Смена белья, 3 раза в неделю. Connection. Нет. Deluxe Suite Lake Villa. 5 номеров. Площадь 95 квадратных метров. Спальня и гостиная есть перегородка. Вид на озеро. Балкон. Покрытие пола, ламинат. 1 двухместная кровать. Индивидуальный кондиционер, электронный сейф, ТВ, 2 российских канала, интернет, чайные принадлежности, халат и тапки, фен, банные принадлежности. Платный телефон, мини-бар. Дополнительное спальное место не предоставляется. Уборка номера, ежедневно. Смена белья, 3 раза в неделю. Deluxe Garden Villa, 246 номеров, вид на сад. Deluxe Lake Villa, 10 номеров, вид на озеро. Площадь 75 квадратных метров. Однокомнатный номер. Покрытие пола, ламинат. Балкон. 1 двухместная кровать. Индивидуальный кондиционер, электронный сейф, ТВ, 2 российских канала, интернет, чайные принадлежности, халаты и тапки, фен, банные принадлежности. Платный телефон, мини-бар. Дополнительное спальное место не предоставляется. Уборка номера, ежедневно. Смена белья, 3 раза в неделю. Среди услуг, предоставляемых в гостинице, есть. Не предоставляются или отсутствует дискотека. Комментарии, анимации нет. Открытый бассейн. Массаж платно. Тренажерный зал бесплатно. Теннис платно. Настольный теннис платно. Комментарии, аренда велосипедов платно. 2 теннисных корта с искусственным покрытием. Освещение платно. Аренда ракеток и мячей, уроков тенниса нет. Аренда автомобиля платно. Для детей есть. Детские стульчики в ресторане. Бассейн. Автобус на пляж бесплатно. Не предоставляются или отсутствуют полотенца. Комментарии, автобус на пляж ходит 2 раза в день. Год постройки гостиницы, 2004. С
Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас.